кислая белок нормально. Перелет продолжался 136 лет, 4 месяца и 41 час. Наша цель достигнута. Перед нами альфа-созвездие Центавра или Вегер Центаурус. Возраст системы более 6 миллиардов лет. Зона обитаемости обнаружена планета массой в 1/9 Земли. Средняя орбитальная скорость 30 км в секунду. Наклон орбиты по плоскости эклиптики равен 3,4 градуса. Период обращения вокруг светила 224,7 земных суток. Период обращения вокруг оси 24.
Thank you.